Каширский кот говорит, родители на участке делали евроштакетник, соседи приходили смотреть на заборчик. А что за евроштакетник? Так, у нас сейчас будет другой матчап, это хорошо. Со-ин против... Ой, все, хэдхантеры погнали. У меня сейчас, знаете, форсир с хэдхантерами связан с последними этими двумя матчами, которые были против Вульверина. Потому что... А, слушайте, он тоже делает, смотрит это через... через приложение. Типа такого. Это какой-то металлопрофиль или что? Из чего он? Выглядит классно. Хотя отец у меня сейчас тоже делает штакетник, но знаете, такой просто олдскульный из дерева ставит. Металл, понял. Холлифлайер, аварика еще много, и землю когда спасать будем. А сегодня XCOM у нас на паузе, мы договорились о перемирии. Повторюсь, что вы можете абсолютно спокойно общаться с массажистками-змеями и требовать порцию меда своего, потому что сегодня мы не воюем. Сегодня после Варкрафта мы пойдем в отдыхать, в общем, с нашими товарищами с Гудгейма. Вот. В доту. Не-не-не. Есть неплохое место в Белгороде, довольно известный ирландский паб. Там, конечно, цены повыше значительно, чем стандартные. Но очень хорошие... Но очень хорошие эликсиры. Вот. Змеи-массажистки, можно ссылочку. А прогугли. XCOM, змеи. Массаж. Добавь что, что хочешь. Они любят обниматься. Уж нахила и маны. Тоже сегодня иду в эликсирную. В эликсирную. Хорошо. Сегодня суббота. И мы давно не собирались. Блин, грамотно, конечно, хэдхантеры. Они же еще не раскрыты, понимаете? Не раскрыт потенциал их полностью. Не с точки зрения, там, типа, какой урон, там, какое количество хитов. А вот то, что можно делать, например, вот такие вот штуки, ты харасишь одним героем, качаешься. То есть представьте, что вы играете за эльфов. Вот у вас есть герой, который может харасить. Это еще мы... Не обязательно, что форсир — это правильный выбор. Можно, я допускаю, что можно будет с Блейдом такие же темы выполнять. Потому что волки не обязательно на харасе... Ой, в смысле, не обязательно на крипинге. Ты, в принципе, арчами можешь также выманивать людей. Бараков, правда, нет, к сожалению, но тем не менее. То есть смысл в том, что юнит очень хороший, потенциал отличный. У тебя есть возможность в них выходить и через Т2 выходить в Т3 с мега полезными грейдами на регенерацию берсеркеров. И при этом еще заниматься тем, чем... Ну, короче, находить моменты для того, чтобы еще усложнять задачу противнику. То есть вот представьте, что, повторюсь, вы играете, вы смотрите на них как на арчей, и смотрите как на форсира как на какого-то другого героя, неважно. Просто вспомните матчап эльф против андеда, и прикиньте, что, например, орк может сейчас, в принципе, может, наверное, сыграть в какую-нибудь фастнычку еще наглую. Ну, эльф-то может сыграть в экспант и выйти в Т3 по фасту, да? Попытаться, по крайней мере. И использовать какие-то там способы, чтобы андеда под это самое, под отвлекать, чтобы его не запушили. Как-то дожить до этого момента, когда у тебя Т3 появится. Черт его знает. То есть вариантов, я к тому, что вариантов много, когда это нормальная тема для стратегии. Сначала появляется основа, а потом она обрастает деталями. И в деталях эта стратегия будет, я думаю, еще опасней. Когда научатся еще притрутся к контролю, к хедхантерами, когда притрутся к мультитаску, совместят крипинг и харас, найдут в некоторых матчапах окна для постановки экспанда, и все, забей. У Блейда проблемы, к примеру, приходит против Хумна приходит 6-7 футов, считаем, сносит Борусы. А там этот не помогает? Шипы, они же дешевенькие, хапнули. Хороший блок.
Вот, и в результате, вот что сейчас может сделать Undead? До появления Т3 ничего не может сделать. Почему сейчас, например, не ставить снычку? Скажите мне. Вообще легко. Ну, либо идти прям в мега-фаст Т3 и ставить уже через шкатулку, потому что разница, если ты идешь в Т3... Кстати, да. Вот что нужно делать. Вот к чему придет, скорее всего, она. Ну сколько делает орковская база? Стандартные там 2,5-3 минуты. Грей делается пару минут. Нычка ставится 20 секунд. Ты избегаешь риска. Деньги те же самые, по сути. Ну, дороже, конечно, там на 200 голды. Немножко по лесу. Но в целом... Да, надо делать фаст Т3, получается. Сразу ставить шкатулку. До этого добиться преимущества какого-то, для того, чтобы не умереть. И все, и ты сводишь игру в... Блин, классно. То есть у тебя и берс, получается, есть. Да. Там тоже подарки, кстати, на... раздают на Back to Warcraft. В это время, опять же, форсир третьего уровня, ему больше делать нечего, идет, пытается харасить, но здесь уже сложновато, потому что второй койл, новый, арба есть. Форсир может отлететь, но он аккуратненько чайником добивает мелочевку, а Сахай в это время крепится. Причем, видите, Сахе специально оставили двух волков. Опа, это что такое? Это проход на красную точку, что ли? Это смело. Видите, форсер как немножко увлекся. Только-только моргнул и все. И уже убегаешь меньше, чем половины хп. Таурен третий. Да, и пока Undead крипит свою желтенькую, там уже пытаются подрезать большого огра. Нам не показывают это, ну, потому что какой-то товарищ сидит. Во. Третий уровень и боевые барабаны орков, которые, к сожалению, не сочетаются с кадоями. В которых Со-Ин пошел. Уже не сочетаются. Раньше сочетались. Нагло говорит Ламакс. Да, но видишь, он же не просто без разведки это делает. Он убедился в том, что Undead крипит сначала лагерь наемников, потом форсиром даже вернулся битом, увидел, что тот крипит желтую точку. Ну и параллельно с этим... То есть он... Это очень хороший ход. Так, а тут, кажется... Уже посражаться хочет орк. Врубает Scroll of Speed. Но в такой ситуации лучше, чтобы тянычка ставилась, на мой взгляд. О, лечение, как спас хорошо. Дестройера словил. Где Стомп? Стомп. Scroll of the Beast. Дестройера надо только отстрелить. Минус Дестер. Да, тут нельзя сражаться орк. Ой, в смысле Андеда, извините. Еще съел одного финда. Да можно Таурена продать, только надо стомп сделать. Почему он не сделал стомп второй? Там же не было са... Или был сайленс? Не, он со стрелкой. Не-не-не, там проблема была с контролем у Соина. Он влетел Тауреном. У Таурена есть там 100, где-то 40 маны. Он может стомпануть, он не стомпает. Очень странно. Вот, но проблема в том, что ты с берсеркерами-то не штурманешь Андеда. Ты почти ни с чем не штурманешь Андеда. Поэтому сейчас за шкатулкой ставить базу только так. И вот это действие, скорее всего, надо делать как можно раньше. В идеале, как только доделывается Т3. Но, опять же, ты не можешь так просто, конечно, на протяжении длительного промежутка времени против одного и того же человека на халяву ставить базу. Ты, к этому моменту нужно как раз добиться какого-то преимущества. Вот как? Это вопрос. Через харас, через крипинг, через что-то еще, не знаю. Но смысл в том, что по такой стратегии прям вот напрашивается. Вот если доводить ее до идеала, так скажем, если мы играем в хэдхантеров, берсеркеров. Это вот прям шкатулка под Т3. Вот под Т3 доделывается, ты идешь в шкатулку и ставишь ее. Все. Чекомастер пришел, говорит, кто из наших играет. Да Фоги уже сыграл. Все ок. И деньги у нее есть, а лимит у нее 50. Я не пойму, почему он не делает базу. Это для меня реально загадка. Потому что с Андедом, который качается, ты...
Адеда всегда нужно провоцировать экспандом, всегда. Да, Таурин, безусловно, хороший. Ой, как плохо идет, Суин. Суин развалится от второй новой, если он будет продолжать так действовать. Лечение, Сайленс уже есть, Инвул, Стомп шикарный. Но видите, позиция какая хреновая была у орка, что он кодой потерял сразу же. Тут минус 20% урона. Не, здесь уже 120 справляется. Стом хороший. Но Таурен уже отскидал ману, а у Андеда все ок с маной. Ну да, понимает. Вот на ваших глазах просто смотрите, происходит. С одной стороны, отработанный вроде как отработанный старт, что он это ничего сделать не может. С другой стороны, отсутствует закрепление преимущества у орка. То есть он посражался хорошо. Ладно, там не будем брать эту отдачу Таурена. Но в целом все было хорошо в первой половине игры у орка. Но дальше-то что? Дальше андедовские герои качаются, а у берсеркеров ХП это не добавляется. То есть тебе нужно думать о будущем, короче говоря. Думать о будущем. А будущее против андеда, если у тебя одна база, оно очень плохое. Андеды — это самая вообще живучая раса. То есть с одной базы они играют много лет, и до недавнего времени, до недавних патчей с жуком и с этими... с шахтой более дешевой, некрополисом, и акалитами более защищенными. Они играли только с одной базы. Ну, то есть им нормально. Так, появляются спиритволкеры. Я не знаю, против кого они здесь. Вообще, что такое? То есть реально это попытка спиритлинкам что-то законтрить? Стомп очень хороший. А можно, кстати, убить, попробовать деку. Что у него? Да, но там просто армор. Койл прекрасный. Ну вот, сейчас уже 4-4-3, и хрен назва ты, что с этими героями сделаешь. Вообще Таурен здесь умирает, нет? Keeps the destroyer safe, keeps the hero safe, dispels the wolves and the spirit link. Сейчас Койл. Нова куда-нибудь в Таурена, например. Самая. Давай. Койл Нова, все минус Таурен. Да? ГГ. И вот в первой половине игры какие вопросы были вообще к Суину? 120 я ничего не мог сделать. Он крипился хуже, стычки проигрывал, его еще харасили при этом. Ну а продолжение-то какое? Продолжения нет. Хейлсторм говорит, а круто, близы балансит игру, была долбежка на катах и брейкерах. Катах? Добавили долбежку на ЖК и хантерах. Ну, справедливости ради, стоит сказать, что почти любая профессиональная мета, как правило, завязана на... Есть основные юниты, то есть есть линия партии все-таки. То есть есть основа. Есть основа, есть саппорты, то есть ты, как правило, ты не можешь в стандартной соло-игре, которая очень динамична и которая ограничена, как правило, 15 минутами, отстроиться так, что у тебя будет все. Ну, потому что, как бы, ресурсов не хватает, времени не хватает, и тебе нужно выбирать наиболее эффективную связку юнитов, ну, то есть, или даже один тип юнитов, иногда. Это скорее вопрос не столько к игре, хотя нет, это вопрос к игре в том числе. Можно было бы, например, снизить стоимость зданий и сделать гораздо более вариативную игру. Ну, чтобы можно было и то, и то, и то, разные миксы войск делать.
Ну да, нам долбежки строят только одного юнита без саппортов. Ну как без саппортов? У Undead саппортами можно считать обсидиановые статуи. У Undead саппортом можно считать даже дестройеры. Орка саппорт — это Кадой, например. Ну и кастеры, которые у него появились. Правда, странно, что эти кастеры появились. Что значит без саппорта? Саппорты есть. В хуманской армии саппорт — это кастеры из арканок, присты с орочками. У эльфа тоже саппорты есть в виде, например, фейриков. Мы совсем недавно видели их только что. Дриадки тоже скорее юнит хараса и саппорта, чем какая-то боевая единица. Расскажи это Муну. Ну, в определенных случаях, да. Просто дриадка по соотношению количества лимита к урону и количеству хп — это очень несерьезный юнит. Push the boundaries a little bit and set the tone. That's my strength. Creek was awesome, yeah, man. Had a great League of Legends career afterwards. Big esports. Приходит в чатик товарищ, спрашивает про XCOM, приятно. But appreciate the love, Roscoe. Appreciate the love. Да, Гроулер, спасибо тебе за замечание. Какое-то интервью с Хэппи, говорят. It's rough. But then I saw Remo doing the happy interview and it wasn't better. And it felt so good. I think the only one who's able to interview happy is Todd. Поправляем Микера с 2020 года. И зачем ты это делаешь? Ну что, что, что? Гроулер. О, Элайяр пришел. Рамзай говорит, наконец-то Инет тянет ГГ, а не Ютуб. Ей. Кстати, еще раз, друзья, есть в бета-профиле новый плеер. Включайте, смотрите, уже там 1200 с лишним человек его включило. В нем есть, естественно, минусы. Самый главный минус для меня, по крайней мере, который приводит к тому, что я периодически его выключаю, заключается в том, что он не работает на непремиум каналах. То есть там, где нет переключалки качества, он просто не работает. Вот. Но в целом, по количеству проблемных пользователей, он значительно лучше, лучшие показатели у него, чем у стандартных плееров. Перемотки нет в новом плеере. Да, мы ее, естественно, сделаем. Ну, в таком виде, в котором она есть у нас в текущем. Стрелочками. Итак, вторая игра. Повторюсь, у Суэйна, на мой взгляд, начало прекрасно, закреплять надо. Закреплять. У него был момент в игре, даже пару моментов, когда он мог спокойно ставить базу. Это не повлияло бы на его армию ситуативно, никак. То есть у него был лимит 50, у него было на руках там 600 голды. И была закреплена шахта, и какой смысл вообще в такой ситуации не делать самую крутую базу в игре, непонятно вообще. Турин говорит, я пробовал новый клиент, он фризит раз в 3-4 минуты, очень бешивает. Понял. Not the Dark Ranger second. Seems to be the superior style. Как включить бета-профиль? А он тебя наверху наводишь, там бета-профиль написано. Такое же начало форсировать The Hunter. Or maybe he wasn't able to get to the tavern at the required time. Predictions! You are right! I totally... Forgot about that. We'll set it up in a second. One to zero. So it. Here's your predictions. Yeah, sorry, not my number one priority. Tom, я думаю, нет. Stream production. Я думаю, нет. Если ты его не нашел, тем более. Скорее всего, там нет. Я люблю мультики. Какой тебе никнейм? Вот такие вот ники на русском будет хорошо смотреть. Смешной. iTunes. New kid. When I started listening to Shoutcast, iTunes wasn't even invented.
Решил койл не тратить, видели? Добил сам своего Акалита. Что, кстати, странно. Старики, слышите, тоже вспоминают шауткаст первый. Комментарии Майкера, естественно, тоже. Ютубчик. Llama's ass тоже. It really whips the llama's ass. I can't accept VLC later, but FUBAR later, but media player, Last hit super important gets it. Мехпаник говорит, а почему Лояру не сделают нормальный ник, почему нельзя в личку писать гадости? Мы исправляем эту тему, скоро у вас будет возможность, я думаю, с начала октября появится возможность менять никнейм и использовать русские символы в никнеймах. На ГГ. И, соответственно, можно будет... Ну, мы пофиксим, соответственно, те вещи, которые сейчас не работают. Потому что Элояру был создан никнейм в качестве такого исключения. Вот. И технически мы не были... Ну, мы сейчас не готовы. И, ну, свичнуться так. Это будет отличная фича, которую давно просили. Простым способом мы, к сожалению, этого сделать не могли, но... Мы сейчас перерабатываем как раз ГГ+, нашу общую подписку, и думаем как раз включить туда вот эти вот фичи. Почему будет смена никнейма? Скорее всего, она будет доступна за ГГ+ подписку. Ее стоимость мы планируем также сделать меньше. Точнее, она будет минимальная ниже, но без особо лимита. То есть она будет такая добровольная. На это самое. И никнейм можно будет менять каждый месяц. То есть, как у тебя подписка срабатывает, ты меняешь никнейм. Пока что по концепции именно так. Ну, это одна из фичей, которая будет. Но мне она, на самом деле, больше, чем остальные сейчас нравится пока что. Ой, выстрел и чайник хороший. В чем тут гадости? Ну, что нельзя, типа, тыкнуть на никнейм на русский и написать в личку? Вот, а то, что гадости писать, это уже второй вопрос, что писать. Вот. Ну, сейчас видите, есть... Если тыкаешь тут майкер, а тут такой майкер. То есть что править еще. Рейнджер ко вторым героям Undead — это типа подстройка под Headhunter, потому что в прошлый раз, как вы помните, был Лич. Ну и Хэппич, кстати, к этой же теме пришел в играх против Фокуса, помните? Ну и плюс еще, если ты планируешь крипиться, рейнджер тебе гораздо больше пользы приносит, чем... Ой, большая бутылка маны. Хэппи Пайрот. Я думаю, проще провайдера поменять себе. Потому что даже когда... В МГТС работал Мантич достаточно высоко и знал о проблеме и планировал ее решать, причем самым решительным способом, в том числе используя судебную систему нашу, ему не удалось, к сожалению, довести дело до конца, или может даже начать, я не знаю, но проблема осталась. То есть есть загруженный стык между МГТС и Ростелеком, мы все об этом знают, и Ростелеком, и МГТС, но не могут эту проблему решить. Так что лучше отказаться от Ростелекома. Тем более, что, как правило, у нас есть выбор, какой интернет использовать. Наконец-то по-русски, а то какой-то стыд. Да, я думаю, вот эта вот фича, во-первых, оживит общение в чатике. Во-вторых, она больше персонализирует. Ну, то есть, приятно, что будет возможность использовать... Не быть ограниченным английским языком. Вообще странно, что на русскоязычном сайте у нас не было возможности на русском писать никнеймы. Ну, это не странно, это исторически обусловлено. Сейчас опасный момент. Сразу Хекс идет. Да-да-да. Минус Финн, правда. Решил не спасать его дальше. Потому что когда ГГ появился, все равно ты никнейм алиасов как таковых по концепции не существовало, типа дополнительных никнеймов, а в базе данных все равно у тебя должен быть айдишник или английские символы, русского-то нет там. Поэтому начинали мы именно так. Ладно. Про... он есть раньше работал, но тебе пишет, не дай найди стримера, как-то так. А, нет, скорее всего, только с моим каналом такая хрень. Это нормально. Сейчас
Сейчас посмотрим, как подстраиваться Соин будет. Потому что 120-й, без необходимости, кстати, все равно немножко подстроился, решил сыграть через рейнджерку. Правда, атака какая-то была невнятная. Видимо, он просто на крипруте дошел до базы орка. У него было большое количество скелетов. Бору снес, на телепорт развел, но Финдавити потерял. Реком говорит, я все последние 7 лет на Ростелеком не пускаю никого в дом, на полицию, понимаешь, качество не очень, пускаю. Да. Беда. И смотрите, 120-й экспанта проверяет. Он понимает, что вполне он может быть. Это достаточно важное, возможное событие, что он считает нужным его проверять. Но... Но Суин такой однобазовый. А вот это все прекрасно. Понимаете, нет у Суина шансов в лейте. Понимаете, при равном лимите его переконтролят. Ну и даже не переконтролят, его перенюкают просто. Добивал, ласт хитил под спидами, что он там делал. Чего за вопросы у тебя? Ну вот, минус берсерк, небрежный контроль от орка. Сейчас подрежет этого берсеркера. Ах, немножко не хватило урона, видели? И успел лечение зайти. Таурен врывается. Сайленс получает. Очень по таймингу такому. Просто Таурена унижают. Он с полной маной и без здоровья просто возвращается назад. И с массой скелетов тоже непонятно, что делать. Нет, надо Таурену просто инвул покупать. К сожалению, против грамотного андеда ты ничего сделать не можешь в такой ситуации. То есть, эту корову, которая бежит в твою армию, ее видно за версту. Когда она подходит, ты можешь... Ну, в Silence кастуется почти без анимации, насколько я помню. То есть, у тебя нет там никаких замахов, никаких полетов. Хорошая сетка. Нет, 120-й просто переконтраливает, друзья. Просто переконтраливает. Забейте. О, а Silence был на другого Таурена поставлен. А, вот это грамотно. Иллюзию засайленсил. И ДКУ могут сейчас прибить. Нет, слушайте, тут есть шансы. 14 хитов у ДКИ. Еле ушел. Да, ДК это самое слабое звено. И невзирая на какое-то там преимущество по армии, допустим, да, у Андеда, если ДК падает, это... Да, вот это дает шанс сейчас Суину. Во-первых, он докачает Таурена, скорее всего, до второго. Предмет получит какой-то здесь. Так что ДК нужно быть очень аккуратным. Вообще, мне больше всего нравится, конечно, как Хапач этого ДК контролит. Потому что смысл от ударов мечом у ДК почти никакого нет. То есть это не та его роль. Он атакует редко. Это то же самое, что брать Маунтин Кинга для дамага, причем без баша. То есть атаки раз в 2 с лишним секунды, урон меньше, чем у Демон Хантера, который атакует в 1.5-2 раза быстрее. То есть смысл Деки не в том, что он там с меча. Смысл в том, что он кидает вовремя койл. И поэтому Деку зачастую надо просто держать за всем, чтобы он не подставлялся. Потому что если вдруг что, если вдруг его убьют, проблемы будут у всех. Куда-то 5 рабов ушли мимо базы. Забыт финт. Ну, сейчас орк работает база. Финда просто разуплотняет. Вообще, да, сейчас, если 120-й не будет... Ой-ой-ой, опасно. Опасно. Позиция тоже не очень хорошая. Заставляет сетки сражаться.
Торен как будто байтит на Сайленс. Ой. Вот сейчас инвул после Сайленса. Минус Финд, Кадой работает. Тут орк должен выигрывать. Что? Он выбирал более выгодную позицию. Почему-то не стал продолжать сражение именно там. Минус рейдер, сетка. Сайленс на Таурена. Ну и второе лечение. И берсеркеры начинают. Смотрите, какой дамаг по Финду улетает. Уже очень все серьезно для андеда. Пытается тыкнуть в... Вот сейчас Том будет вслед за Хексом. Ой, хороший. У него большая бутылка, правда. Падает берсеркер. Еле выживают финды. Перегруппировываются. Вторые скелеты помогают. Тут Таурен может отъехать. Но... Нет, на спидах отступает. В целом, орк отступает, потому что у него Таурен пробитый и без маны. А так у него лимита больше, чем у андеда. Как же закидывают, а? Блин, надо пофиксить эту тему с анимацией лечения. Это очень сильно сбивает. Что лечение прошло, на самом деле не прошло. Эксперты в чатике подсказали, что та же самая тема... Ну, лечение сделано было по лекалам Chain Lightning. То есть даже в World Edity есть какая-то там особая категория заклинаний, типа вот, типа чайника. Вот, и в этом самом чайнике урон идет, ну, как бы позже получается, чем анимация. Не знаю, с чем это связано. Вот, и в результате мы часто видим, что юниты, которые получают лечение, по каким-то причинам умирают от полученного урона и не от полученного лечения. Таурен пытается ворваться очень... Ну, хоть как-нибудь... Сейчас можно хорошо сделать. Ой, Стом, сейчас можно сказочный сделать на все! 57 лимита у орка. Но мне все равно кажется, что у 120-го за счет героев есть еще шансы. Хотя он очень быстро теряет здоровье у финдов. Рейнджика подставляется, между прочим. Хекс на нее. И Койла нет. Минус Рейнджика. Неужели 1-1? Саху пытаются фокуснуть. Там уже Лич подставляется. Койл в Лича, фокус по... Там есть инвул у Лича. Все равно за счет прокачанных андедовских героев 120 может вырулить. Это Урен уже третий, смотрите. А, у него нет маны на стомп. 75 маны всего лишь. А он не хочет... Почему он перестал? А там, видимо, маны есть у Сухи, мы не видим ее. Да, там было лечение. Поэтому он не попытался убиваться в Таурена. Блин, грамотно, конечно, 120-й работает. С минус Кадой. Уже третий лич. Таурен нам сейчас стомпанет перед смертью. Нет, он просто умирает, скорее всего. Ай, там 15 хитов! Что? Не, сражение просто эпическое, эпическое. Выкупается рейнджерка, идет контратака. Там экспанд работает, было бы неплохо туда послать кого-то. Кажется, я вижу на мини-карте, там, что кого-то туда уже послали. Таурен! Таурен! Падает! Ой, какой небрежный контроль из Суина, капец. Дарк рейнджерка с инвулом, минус... Ой, что ж ты... Контроль лучше у андеда. Как бы контроль лучше у андеда. Почему тележка последний перетечет через атаку? Но не стоят, как правило, за финдами. Либо ты в хорошей позиции пытаешься ворваться в них и... Ну, у них скорость перемещения, как правило, в среднем выше, чем у твоей армии. То есть ты под скролл спид должен врываться. А так-то да, их нужно атаковать, потому что по ним они пользу больше привносят. Одна тележка равна финду по стоимости. Ну, разница в 5 голды, типа там 215, 210, 3 лимита, 3 лимита, и там где-то 30 леса тебе нужно. Но сколько одна тележка делает, сколько один финд делает, несопоставимые вещи. Но проблема в том, что как раз... А, и урон ты наносишь в 2 раза больше берсеркерами по тележкам. Вот, но видишь, где они стоят? И вот как ты к ним доберешься сейчас? Учитывая то, что у него всегда плюс один аура, ну, по уровню, то есть мобильность у него больше на 10%, ты должен либо под спидами реально врываться, либо, ну, либо андед не очень.
Все, это развал. Ну, размены были не в пользу орка. Как следствие, 5-4-3 по героям. До свидания. Я уже не говорю про то, что 5-й ДК и 5-й форсир — это два разных вообще героя 5-го уровня по пользе. Вон тележки, сколько отработали. У них мана уже закончилась у трех тележек. Смотрите, какое количество жизни и маны они восстановили, раз у них все уже пусто. Вот. А Саюну что? Саюну надо, на мой взгляд, как и любому другому орку, играющему по этой стратегии, начиная так же, как он начинал в прошлой игре, то есть через харас, параллельный крипинг, для того, чтобы замедлять андеда хоть как-то. Доходить до, ну, также через хекс, если получится поджать на Т2, чтобы разменять ману на юнитов. И как только Т3, сразу, блин, возможно, даже вместо первого таурена, сразу ставить нычку, шкатулку, сразу же. Только это может тебе помочь и с экономикой, и с войсками, и как следствие с прокачанными андедовскими героями в лейте. Вот, ну и контролить, блин, лучше надо. Вот что это за пропуск? Прожал инвул, когда уже все плохо. Убегает Берс, экспанда нет. 2-0 в пользу 120-го, скорее всего. Ну, то есть с одной базы здесь уже не выиграть. Все, Кадой отрезается. Сейчас будет и герой исчезать, смотрите. Просто герой будет исчезать. Ну, волков убивают дистры. Аккуратно перегруппировывается. Сейчас, ну, таурен реально может сейчас умереть. Вот просто раз, два и нет его. Раз, минус таурен, ГГ, пишет Суин. Контроль, контроль и экспанд. Двух вещей, которого не хватило Суину. Я не говорю про то, что у него контроля нет. Просто сравнивая, как контролил 120-й, как контролил Суин. 120-й контроль лучше.